Всем здравствуйте! Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Лайф. И сегодня мы готовим салат под названием «Три мышонка». Три мышонка я уже приготовила. Я сварила яйца, очень их просто сделала. Если для кого-то это новость, это вот на корейской, на терке для корейской моркови я с морковки вырезала. Это я просто ножичком вырезала, пушки, перчик. Мышата у меня готовы, и ингредиенты все почти все подготовлены. Я отварила куриное филе. Филе я взяла то, что именно нам нравится. Это голени. Я отварила 300 грамм. 100 грамм ветчины у меня. 150 грамм у меня маринованных грибов. Яиц я брала 6 штук. Из 3 я сделала мышат. Ну и вот все, что осталось у меня здесь. Теперь у меня 300 грамм, 350 даже грамм картофеля. Я его натерла на терке по-корейски. И желательно маленькими порциями обжаривать на сковороде. Ну, чтобы он был хрустящий, я вот подготовила все заранее. Теперь я взяла один зубчик чеснока, я его измельчила. Для заправки я буду использовать 150 грамм майонеза, 100 грамм сметаны и 100 грамм у меня сыр Филадельфия. Ну, можно взять плавленый какой-то сыр. Также мне нужна будет соль по вкусу и черный перец. Для того, чтобы у меня хорошо размешивался сыр, я его поставлю в микроволновку совсем ненадолго. И его нужно будет подогреть, он тогда легче размешивается. И для начала мне нужно смешать заправку. Сейчас я буду размешивать заправку свою. Ну, это я буду слои промазывать. Сметана, майонез и сыр. Сыр я на 30 секунд ставила в микроволновку, чтобы растопить. Все смешиваем, перемешиваем. Так как здесь добавлен чеснок, вы уже представляете, какой здесь запах. Очень вкусно пахнет. Так, все, заправка у меня готова. Еще, вернусь к мышатам. Вот, мышки у меня сделаны не из пол яйца. А смотрите, я какую часть всего от яичка отрезала. Вот, чтобы они были такие культурненькие, крупненькие. Если бы у меня были перепелиные яички, то можно было и побольше сделать. Все, заправка у меня готова. И начинаю собирать салат. Для этого мне нужно будет порезать куриную грудку. У них грудку, привыкла грудку. Куриное филе. Курицу я порезала мелким кубиком. Теперь смазываем тарелочку, чтобы повкуснее, пожирнее. И первым слоем кладем курицу. Это у нас будет первый слой. Теперь мы этот слой сверху промазываем заправочкой. Совсем немножечко подсолим по вкусу. Когда я варила голени, я их подсаливала. И немножечко подперчим, немножечко совсем. Так. Теперь следующий слой у меня яйца. Яйца я тоже крошу кубиком.
промазываем яйца. Слой яиц промазан. Теперь ветчина у нас. Сегодня я взяла ветчину просто кубиком порезанную. А когда ее на совсем, вот совсем мизерном количестве масла обжаришь, она очень вкусная. Так что если хотите еще ее обжарить, то тоже можно это сделать. Будет вкусно. Так, и теперь у меня осталась заправочка. Мы ее всю вымазываем. Баба готовит салат, Алекс. Покажи Алекса. Салат. Алекс. Салат, иди скажи. Сюда. Салат три мышонка. Посмотри, салат, подойди сюда, Алекс. Мышонка. Подойди. Тут у меня внук. Смотри, какой у нас салат будет. Что видишь? Это, Алекс? Три мышонка. Скажи, мышата. Мышата. Все, жди. Сейчас мы приготовим, и ты будешь кушать. Баба мышек сделала. Вчера он у меня не хотел ужинать. Ну, останови, ответь ему. Следующий слой был грибы. Меня, нас отвлек внук. Он тоже у нас тут участвует в процессе. И следующий слой у нас картошка. И картошкой мы покрываем весь салат. Это как последний слой и украшение. Я начала рассказывать, у меня вчера внук не хотел ужинать. Ни в какую. Я отварила картошку, и он никак не хотел кушать. Я ему взяла эту толчонку, сделала в форме снежной бабы, сделала ручки из огурца, сосиску, волосы, все, короче, приделала. И он с удовольствием это все съел. Креативно подошла. Еще и порадовался. Как увидел, так вообще зарадовался. Так, все, я украсила этот салатик. И теперь нам осталось посадить наших мышек наверх. И салатик готов. Да, еще хотела сказать, вот мы здесь с дочерью нашли такие маринованные грибы. Это были порезанные. А еще мы нашли баночку. Тоже не знали, искали по всем полкам. И нашли вот такая баночка, тут были целенькие. Ой, я не могу открыть чего-то. Ну, давай я открою. Давай. Держи. А ларчик просто открывался. Вот такие вот грибочки. Супер. Конечно, это дороговато. Я говорю, лучше покупать просто шампиньоны и мариновать. Это 6 с чем-то долларов стоила, ну, 7 баночка. Почти. Да, почти 7 долларов. А вот это доллар. В общем, салатики такие. Дорогостоящее блюдо. Так, теперь надо мышек посадить. Они у меня уже тут подвяли. Так как нас сегодня трое, у нас салатик три мышонка. Алекс шепотом. Дочь ему говорит, тише, Алекс. Так он шепотом. Ну, вот такие мышата у нас. Ну, в общем, смотрите, кому понравился. Не забывайте писать комментарии, мне это очень приятно. Ставить лайки. Подписываться на наши каналы. Да, хотела воспользоваться случаем. И сегодня поздравить свою маму с днем рождения. У моей мамы сегодня день рождения, 12 декабря. Я ей хочу пожелать одного, только крепкого здоровья. А остальное все будет, если будет здоровье. Ну и также хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в выборе для меня куртки, подарка от дочери. И хочу сказать всем спасибо. Ну, на этом я попрощаюсь. Всем пока-пока, всем хорошего настроения и
Нам приятного аппетита. До встречи. Сегодня мы этим салатиком ужинаем, который сняли. Налили венцо красное. Доча купила какой-то сыр. Я выкинула, как он называется. Обалденный сыр. Не знаю даже. Какое название, не помнишь? Какой-то малиновый. Разбери называется. Короче, 250 грамм. $5 с чем-то, да? Угу. Почти 6. В общем, дороговатый, конечно, сырок. Ну, так, это так. Кушаем салат. Сейчас расскажу вам. Очень вкусный. Мы давно уже не готовили салаты, потому что они очень сытные. Мы готовим супчик с капустой, с этой, с брокколи. Доча говорит: господи, как я не люблю эту капусту, но ем, потому что нужно ее кушать, она же полезная. Ну ладно, всем пока-пока. Я сейчас скажу, я тоже попробовала. Грибы. Пикантность придают салату. Они такие соленые же. Угу. Интересный вкус. Ну все, всем пока. Мы продолжаем. В этом году уже год белой крыски, белой мышки. Вот, пожалуйста, как вариант. Очень вкусный салатик. Да, очень вкусный праздничный. Главное, салат. Главное, он такой сытный. Простой. Даже, да, и на ужин можно. Все ингредиенты очень простые. Все.